Здравствуйте, меня зовут Зиздинова Дилара Альбертовна, ученица 2-го класса школы имени Героя Советского Союза Ильина Сергея Спиридоновича. Я хочу рассказать стихотворение «День Победы». Хоть я в те годы не жила, но представляю ясно, какой победа та была, воистину прекрасной. В садах чирома хотела весенним хороводом, и песня русская лилась под синим небосводом. Непобежденный ликовал, народ мельный от счастья, родные камни целовал, сам к празднику причастен. А как гремел салют ночной, и каждый был так молод, победы ею лишь одной дышал любимый город.